дорожка, и мы по ней бежим. Там бросили машины. И сколько парковок здесь. Контроль. Опять не здесь. А где? Вон он. Вот тут можно попасть в голливудский фильм. Вот тут попрыгать и попасть. Нам сейчас не до этого. Please, watch your step. Вы приближаетесь к выходу отсюда. Пожалуйста, смотрите, куда вы ступаете ногами. Это гольф. Как бы детский гольф. Ну, тут и для детей, и для взрослых, понятное дело. Но все-таки больше под детей сделано. Итак, вот он. Вот они, два парка Universal Studio. Начинается все. Вот этот City Walk называется. И в две стороны расходятся два разных парка. Уже 5 часов вечера, начало 6. Солнце светит прямо в глаза. Но мы еще вышли из машины и забыли очки. Я говорю: Данечка, сбегай, пожалуйста, за очками, потому что сейчас будет солнце светит прямо в глаза. Это же невыносимо. Ух. Шляпу забыла. У меня 100 шляп в машине. Чукча тоже называется. Ну, мы уже в парке, слава богу. Мы сегодня не катаемся на таких горках. Мы идем только в одно место. Мы идем только посмотреть на Кинг-Конга. Ух! Ух! Я бы сейчас в воду прыгнула, если честно. Вон такой пар, сейчас постоим под паром немножко, под холодным. Ну, хотя такой, прям скажешь, жары нет. Ветерочек такой приятный. Смотри. Ау! Вот такой в пар встанем. Пар такой прохладненький, холодненький. Иди сюда, Данюк. Ух, класс. Смотри, обаньки. Это корут, слышишь? Аж сюда слышно, даже музыку музыка, слышишь? Хочешь? Пойдем. 10 минут. Окей, здорово. Сейчас уже таких, и тем более мы уже поздно пришли. Пошли. Как тут прохладненько, хорошо. Так, пошли. Завело. И куда дальше? Экзит? А зачем нам экзит? Скажи. Когда тебя они резко нас просто выпрыгивают, выбрасывают нас, выплевывают наверх. Просто резко. И когда ты достигаешь самой высоты, из-под тебя просто уходит сиденье. И ты чувствуешь, что ты просто паришь где-то вот без воздушном пространстве. Это что-то. Понравилось? Ну реально тут можно родить, если вот так вот. Держи очки свои. Если бы они потихоньку, они же плевок такой, нас как бубу. И когда она опускается вниз, просто...
сверху. То есть ты сверху, ты в какой-то момент просто вот нет связи задницы с этим, с сиденьем. Просто ты где-то там в воздушном пространстве. Это нечто. Это, конечно, нечто. Супер. А куда мы идем? Странно, что-то они тут понаделывали всякой фигни. Ага, вот так. Все выходы через магазин. Упоминание моей родине. Уродине. Желто-блакитный. Вообще моя родина уродина, это Советский Союз. Вот так вот надо сказать. Идиотский, дурацкий Советский Союз. Вот она, вот она. Видишь, со льдом лотки стоят. Вот Кока-Кола, прямо ледяная. Вот тут закопана во льду. Да, здорово. Ой, красотень какая. Туда тоже надо когда-то сходить. Я туда, кстати, ни разу не ходила. И оттуда потом здорово выходит, вся мокрая и не жарко. Вон они. Я этого раньше не видела. Боже, как красиво. Короче, это Кинг-Конг. Это новый аттракцион. Дети когда приехали, мы сюда пришли. А? Там огромная машина поехала. Машина? Закрыли дверь, видишь? Ага, а что за машина? УАЗика такого. Американского. Короче говоря, пошли посмотрим, что там. Что это за Кинг-Конг такой? Занимаем очередь. Ой, сори. Занимаем очередь. Обалдеть. Обалдеть. А? Это была девочка, прикинь. А, ты думаешь, это что, был мальчик? Я думала, это мальчик. Warning. Heart condition. О, осторожно, будьте осторожны. Что-то тут будет очень страшное. Single rides. Давай, мы с тобой... Ага. Ага. И на них, наверное, будет выскакивать этот Кинг-Конг. А теперь нам вот это вот надо все пройти. Ой, давай вот так вот пролезаем в очереди. Вот у нас уже появилась вот что. Дырочка. Дырочка появилась уже у нас. Кукла. И вот он едет именно вот... Смотри, как он едет, интересно. Что ты в одиночестве будешь ехать. То есть мы будем ездить на разных сиденьях зданий. Или ждать вот там вот очередь, или вот здесь мы проходим single ride. Come in. What's your situation? The south approach to the canyon is completely blocked. Черепах кругом. Вау. Thank you.
Надо было памперс одеть. Таня, расскажи теперь на камеру. Скажи, как все реально. Я вообще так... Надо было памперс. Это забавная. Скажи, вот настоящая виртуальная реальность. Реально, когда мы падали в эту в пропасть. Да, еще, да. Еще на нас водой стали брызгать. Вот дождь пошел. Когда я смотрел кино, фильм в 3D, там не так круто. Когда по-настоящему. Здесь хотя бы эти 2 минуты, но... Так тут уже больше, чем 3D. Тут уже, по-моему, 7D. Ну, я не знаю, какой здесь 7D. Все равно. Так, подожди секундочку. Вот мы оттуда зашли, а отсюда мы вышли. Короче говоря, ну есть, конечно, что посмотреть, только то, что очень долго мы стояли. Мы где-то около часа стояли. Вон какие горы, 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 раста горы. Ой, классно, все равно было классно. Ой. Ну долго мы с тобой стояли, мы зря пошли на сингл. Обычно на сингл раньше было очень быстро, сейчас видишь, как вот затяжное все было. Пицца, предатория. Вот тут где-то еще один новый открыли. Ой, классно, вот тут вот тут что-то новое. Дань, опаньки закрыли. А чем? Не, мы здесь не были. Мы здесь не были никогда. Тут что? Пойдем сюда сходим, тут тоже очень интересно. Тут не аттракцион, просто тут очень интересно. А что, он закрыт что? Не-не-не-не-не, пойдем. Там очень интересно внутри. Там история динозавров. Ну это так прохладненько, так хорошо. Так, пошли. Дяденька. Осторожненько, осторожненько. Обаньки, а что такое? Ну же мы поздно сюда пришли, туда уже вниз не пустят. Там прямо как научно-исследовательский центр. Там внизу просто там, как сказать, там специальная аппаратура, там что-то туда. В общем, очень интересно. Ладно, бог с ним. А вон пошли попьем кока-колы. А вот он, Гарри Поттер уже. А ты не хочешь на Гарри Поттера? Ну, я на нем всегда укачиваюсь. А пойдем попьем этого пива Гарри Поттеровского. Такая прикольная штука, такая вкуснящая. Ой, вот он, Гарри Поттер. Это рука тоже очень большая. Ну, это понятно, для фотографий. Гарри Поттер. А мы знаешь, что сейчас с тобой сделаем? Мы сейчас с тобой пойдем на поезде в другой парк. Там тоже, там в окна поезда смотришь, а там вот примерно то же самое. Классно. Люди пищат, пищат, пищат. Вот там, там аттракцион, конечно, я после него всегда укачиваюсь, не хочу даже. Ой, как хорошо, господи. Вот оно, это пиво. Баттербир. Два таких вот бокальчика. Вау. Я думала, это девочка, это мальчик. Thank you. Данек. Гарри Поттера. Я ни разу не смотрела. Thank you. Thank you. No straw? Окей. Okay. Это пиво, я не знаю. Если честно, я не знаю, что это такое. Но похоже, но написано пиво... сливочное пиво. Классно. Очень вкусное. Просто очень вкусное. Вот такой стаканчик стоит 7,50. Раньше стоил 5. Ну понятно, жизнь дорожает. А что нам бедным делать остается? Зарабатывать? Мы не катались на Гарри Поттере, просто прошлись мимо, выпили пивка Гарри Поттеровского. Вот уже наш паровоз вперед летит. В коммуне остановка. Иного нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Так вот, дяденька специально стоит, чтобы с ним фотографировались. Он, наверное, самый знаменитый дяденька в Орландо. Он во всех странах мира, потому что все иностранцы, все с ним фотографируются. Итак, вот пойдем сейчас на железную дорогу. Вот тоже недавно построили железную дорогу. Ой, какая очередь. Ой, какая бляха-муха очередь. Да, теперь мы
можно это? Сколько сейчас примерно время? Часов 8, наверное, уже? 7.15. 7.15, ну нормально. Мы где-то в 8:30 будем дома. Ой, боже, как хорошо. Какая замечательная жизнь. Вот этот вот... А, фонтан, что-то все сели, он обычно разговаривает. Ты задаешь ему вопрос, он отвечает. А пошли туда зайдем, Данек. И тут очень много всяких разных представлений. Ну понятно, уже время, сейчас уже все, конечно, закрыто. Вон представление идет. Не хочешь? Не хочешь пойти посмотреть? Там интересно. Интересно, интересно. Любимый ресторан. Обалденный просто. Там сейчас представление. Пойдем посмотрим, Дань. Ну, у нас время все равно есть. И не жарко, смотри. Пойдем. Там очень интересно. Пойдем? Нет. Людей вообще практически нет. Посейдон. Шоу. Такая нога будто. Ты знаешь, что они, вот эти вот цветы, они у нас в Ялте тоже растут, что они ядовитые. Я забыла, как они называются, но они ядовитые. Стали мы ждать этой очереди опять 25 минут. Нет, ну его нафиг. Escape from the lost city. Убежать из потерянного города. Мы уже не пойдем в этот ресторан. У меня так много видео оттуда. Такой шикардосный ресторан. Это гром гремит? А, это дяденька, я думала гром. Мне же везде мерещится гром. Смотри, какие тучи. Ай, как водичкой пахнет. Зайти бы туда искупаться. Посейдон. Пошли. Сегодня или не было дождя, или просто здесь не было дождя. Потому что у нас каждый день ливни. Ливни, ливни. Давай сфотографируемся здесь. Я сфотографировал, сам не хочет. Так, открываем сейф. Там 100 миллионов долларов. Там слитки бриллианты. Слитки золота и бриллианты. Кому что? Небо офигительное просто. Как хорошо, уже не жарко. И вот зашли мы теперь в детскую часть Universal Studio. Такое все красочное. Да, вот мне бы сюда меня бы кто лет 5 бы привел, я бы, наверное, испищалась бы от счастья. Пошли, вспомним детство на карусельке. Какие тучи. Какие симпатичные, они настоящие, из растений. Вот они, карусельки. Пойдем на карусельку? Не хочешь? Там даже очереди нет сегодня. Гремит. Такая дулька. Вау! Не хочет Данечка кататься на каруселях. А я бы прокатилась, пошла. Cat in the head. Все, выход туда. Такое дерево прикольное, вон оно, кругляшками такими, смотри. Это его так интересно выстригают, или оно само так растет? Ой, как прохладно отсюда, дует холодом. О, как здорово. А-а-а.
Класс. Наверное, выстригаются такими, да. Вон они какие. Красунечки. Это надо вот так вот подстричь. Это надо вот так вот. Ой, как красиво, как мне нравится. Так, а мне так, у меня дома есть такие кусты, чтобы так подстричь. Вон какие прикольные. Для детворы тут, конечно, счастье. Вон оно как выстрижено деревце. Классно. О, все, выходим. Вот тут уже мотоцикл стоит, чтобы фотографироваться. Классный такой. Все, до свидания, Universal Studio. Мы только были в одном парке и в аквапарке. Еще остался непознанный один парк. В следующий раз, когда попрохладнее будет. Ой, хочу вот такую штуку. Ой. Ой, как здорово. Боже. Восток – дело тонкое, Петруха. Все, идем на выход. Вот эти специальные штучки, чтобы садиться фотографироваться. Когда-то на этого льва легла. Вон автобусик тоже такой прикольный, маленький, индийский. Пойдем, Дань, сфотографируемся там. В автобусике. Ты хочешь тебя фоткать? Ну, я хочу тебя сфотографировать. Данек мне сегодня сделал фотосессию, тут такие фотки красивые. Я видела только на камере, в очень-очень маленьком размере, но мне уже нравится. Ой, как вот это место красивое какое. Ой. Сейчас самая движуха будет начинаться здесь City Walk, все в 10, наверное, вечера. Вы были здесь вечером, нет? Да, нет. Понравилось тебе? Концерты там были, да, наверное? Ну, здесь только были. Покупала эти хэллоуиновские костюмы, но в этом году обязательно. И пойдем в центр города на Хэллоуин. Обалдеть, какая красота. Хард-рок кафе. Небо изумительно. Ой. Все, дорога домой. Вот чувствуешь такую легкую, но это не усталость, такую легкую, вот хочется просто уже прилечь, да? Вытянуть ножки. Но опять же, это нельзя назвать усталостью. Вот это вечером, вот это место для молодежи самое-самое популярное. Все это бесплатно вот здесь. То есть вам в парке ходить не надо. Вы сюда приезжаете вечером, после 6 или после 7, по-моему, парковка тут бесплатная. И молодежь тут кайфует. Ресторанчики, кафешечки. А здесь частенько бывают концерты живые. Вот там, пойдем, вы там проходили? Пошли вот оттуда выйдем. Да. Были там? Пойдем? Да, Данек. Короче, нам надо поменяться. Нам надо поменяться. Я забираю твой 21, а ты бери мои 3. Чего это? А ты забирай мой возраст. Тебе ничего не интересно? Ну, я не знаю, но я что могу сделать? Мне типа Кинг-Конг понравилось, да, класс. Не знаю, не сочетать. Даня. Потому что мы все пытаемся выйти отсюда. С Universal. Сейчас дождик будет. Если нам повезет, нас немножко намучат. Не повезет, значит выйдем сухими. Ой, ветер такой хорошенький. Бубакам! Очень хороший рыбный ресторанчик. Морепродукты.
шикарные креветки. В этом кусочек фильма показывают. А небо. Так, нам вот туда. Обгоняем всех. Итак, уже все. Включаются фонари. Такие красивые кипарисы. Как у нас в Ялте. Вот наша парковка. Вот туда надо нам идти. Аж самый туда, в конец. Please, watch your step. Please, watch your step. Excuse me, а не с ней, мы за ней бегом. Небо офигительное. Что-то блукались, куда нам идти, на какую парковку. Оказывается, Cat in a Hat. Так прохладненько, такой ветерочек хороший дует, так приятно. Я бы еще пару часиков погуляла здесь. Чудом уйти, ну ладно. Вот он въезд, отсюда мы въезжали сегодня два раза. Мы сегодня два раза посетили Universal. Красавец, давай я поведу. Ты устал? Заходим. Красотка моя. Любимая моя. Ночью люди занимаются, играют в гольф. Вот там специально машины, которые отбрасывают мячи, ловят и отбрасывают. Так прикольно. Поехали.